Тюмени, по данным исследований, активность интернет-пользователей существенно выше, чем в среднем по России. Для многих доступ в сеть – неотъемлемая часть бизнеса, и требования к нему высокие. Чего ждут от провайдеров? Об этом далее. Быть в сети 24/7 не прихоть, а необходимость. Виктор руководит компанией, занимающейся поставкой компьютерного оборудования из-за рубежа и установкой программного обеспечения. Перепробовали несколько интернет-провайдеров, остановились на операторе связи «Вместе». Не нужно звонить в техподдержку, искать людей, кто тебе поможет с этим. У нас есть менеджер Ниджат Камбаров. Мы ему звоним, это выходной, не выходной день, занят он, не занят. Он говорит: «Дайте, пожалуйста, 15 минут». Наши проблемы всегда решались. Своего рода такой дружественный коллектив, как будто я могу позвонить другу и выразить все свои недовольства, которые он решит за 10-15 минут. Это не единственное преимущество. Компания «Вместе» доставляет своим клиентам отчетные документы для бухгалтерии. А при несвоевременной оплате интернет-услуг не отключают от сети. Также руководителям предоставляют список популярных сайтов от соцсетей до игровых порталов. По желанию их можно занести в черный список. Помимо этого, менеджер поможет подобрать оптимальный для клиента тариф по приемлемой цене – скорость до 100 мегабит в секунду. В отличие от других интернет-провайдеров, у нас нет приставки «до» в договоре. То есть, если мы обещаем какую-то скорость, то при проверке она является заявленной при проверке спид-теста. Мы можем предоставить облачное видеонаблюдение для юридических лиц. Они могут смотреть, что у них происходит в офисе, в магазине, либо в другом помещении. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте интернет-провайдера. Анастасия Нахрачева, Андрей Харькин, «Тюменское время».